have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, пытаемся отойти от кровати, отлично, даже отходим от нее. Итак, у нас, в принципе, сейчас выбор сводится к двум вещам. Будем ли мы перепроходить этот ран или нет, и будет это зависеть вот от чего. У нас нету нормального способа сейчас бороться с вороной. Раз, это минус. Два. Я не смог спереть маску у того чувака, потому что я не смог на него напасть после разговора с ним. И у меня нету красного флакона, которым я мог бы выжечь глаза бы вот этому утырку. А ты тут... А, я вас не убивал? Серьезно? Ну, давайте. Безлунница промахнулась? Серьезно? У нас, в принципе, неплохо с командой. Что у нас по... Ой, по разуму, на самом деле, не очень-то хорошо. Кстати, и голод... Голод надо бы чем-то забить. Мы можем рагу из грибов делать, у нас их много. Смесь... Давай так, вот так вот сделаем. Да вы утырки, блин, я думал, я вас поубивал. Ну, я на самом деле много загружался. Итак, нам нужно взять куб глубин, который находится в деревне, чтобы взять куб глубин... Выйти из тени. Вот, Назрамус. Да, спасибо, ребят, что подсказали про него. О, новые посетители. Мое имя Назрамус, я алхимик, живу здесь, что? Сложно сказать, кто перед тобой, мужчина или женщина, что-то... Кахара, ага. Останки алхимика в манере его движения кажутся тебе почти потусторонним или древним. Мне тоже приятно познакомиться. Беловолосый алхимик улыбается, но улыбка кажется даже чересчур искренней. Мои извинения, я оставил котел на огне, немного тороплюсь, до скорой встречи. Но там говорили, что он обидится, если не выйти к нему. Ну, ладно. Человек сейчас во тьме, его хэшего звучит. Дали, прежде чем окончательно кануть напряжен... кануть, разрежь напряжен воздух. Так, мы, кстати, можем сейчас к рыцарю наведаться. Погодите, это в какую сторону? Ладно, пойдем пока сюда. Короче, фишка-то в чем? Сможем ли мы сейчас эффективно бегать от воронки? Сплесневелый бред. Или нет? Потому что если мы сможем бегать от воронки... взять. Спасибо. Оно здесь. Оно здесь, это нехорошо. Я не хочу, чтобы оно было здесь. Мне оно нафиг не надо. Рыцарь. А я тут уже все. Ага. Теперь-то я могу, например, с рыцарем сразиться, но... мне кажется, я до него просто не дойду. Голубой флакон, отлично. Это... Голубой флакон, это, по-моему, то ли full health, то ли... Чтоб тебя! Глазницы разбиты выросшими из них. Воспользоваться моментом и атаковать. Так, ну давайте ему отрубать все потихонечку, чтобы он мне ничем не поцарапал. Может, голову получится отрубить ему. Да фиг ли? Ну то, что он по голове промахнулся, это да. Давай ногу. Вторую ногу. А ты по голове, но он опять промахнется. Не, нормально. Жрец. Камень душ на него. Ну, черт с ним, давайте его... меняет облик, становится, да-да-да. Потому что мне прокачать нужно, обыскать. Блестящее в ладонях взять. 5 серебряных монет. И освежевать бледную кожу, да. Дверь сквозит, заперта. Взломать. Что я буду...
Это мне нужно будет заклинание, чтобы ходить по воде. Там сейчас будет этот дракончик. Я не уверен, что я хочу драться сейчас с этим драконом. Я просто пока что дверь взломаю. Да, там монетка. Хотя, погодите, он даст корону, да? Он даст корону. А давайте рискнем, какая разница? Подобрать. Давайте. Погоди. Умение. Я не уверен, что я хочу тратить сферу тьмы на него, но ладно. Может, глаза? Давай глаз. Хватит промахиваться, безлунница, блин, елки-палки. Я и так задумываюсь о том, чтобы поменять тебя. Блин, больно. Какого черта? Морской он пытается нащупать тебя, атаковать. Давайте мы ему попробуем вот этот язык отрубить. Я не помню, что он на меня... Промах, ага, спасибо. Я не хочу, чтобы он меня вот этим вот языком вот ударил, например. Есть, отлично. Уязвим. Давайте вот эту лапу ему отрубим, по-моему, потому что ему просто больше атаковать нечем будет. Просто смысла не вижу в туловище бить, если у нас голова уязвима. Хорошо. Каменная корона, да, сделанная из камня очень высокого качества, благодаря... Я помню, вы что-то про нее писали. Прямо сейчас я забыл, что именно. Туша тянет... Камень душ, да, хочу. Излучает слабый синий свет. Отлично. Использовать. Мясо морского дракона. Пахнет восхитительно. Его можно будет приготовить. Корону... Погодите, если одеть корону, она дает хождение по воде? Или как это работает? Так, ты иди сюда. В любом случае, корона будет лучше. Кстати, ребят. Скажите, пожалуйста, как... Извините. А что она дает? Морской делает кожу своего владельца толще, предотвращает потерю конечностей и кровотечения. А, это еще один артефакт против кровотечения, только лучше, потому что его можно снять. Я понял. Тогда можно его... Да, оденем его. А на Кахару что можно оптимизировать? Можно ли вообще что-то оптимизировать? Так. Нет, он у нас молодец сам по себе. Хорошо. Я думаю, что слегка голоден. Окей. Выглядит темный, зловещий уже. Я не помню, что мне нужно, чтобы по воде ходить. Я помню, что была вещь, был какой-то артефакт, с помощью которого я ходил по воде. Это я все помню. Что именно нужно, я не помню, к сожалению. Два томата. Стеклянный флакон. Пустой, наверное. Так, нет, пустой флакончик я это... Мне нужно... Как-то через рыцаря сейчас пройти, потому что мне с призраком бороться вообще не с руки, как минимум, потому что у меня оружия проклятого или зачарованного нету. Зачем? Я хотел его подобрать. Это я помню. Это я помню. Здравствуйте. Нет!
Да ну на почи. Я остался без рук, без ног. Короче, это можно загружать уже. Все, капец. А, я ненавижу просто такие моменты. Вот, кстати, мы победили, но да. Все, я потерял все руки и потерял все ноги. Мой основной персонаж. Перестать дышать. Все, поехали на загрузку. Так, ладно, мы опять здесь. Короче, смотри, в чем прикол. Ты пока не пролистаешь диалог, ты не сможешь... Блин, как опасно-то. Грязь. 3 серебряных монеты. 2 яйца. Нападай! Атаковать. Просто быстро сбиваем с него доспех. Юм. Два крови... А, классно. Интересно, у меня есть только зеленые травы, чтобы их... Минус Рангвальд, отлично. Пилу. Копье. У, кстати, копье, это ж тема вроде. Шишку. А, я мог тут пройти. Короче, смотрите, ребят, я предлагаю немножко переиграть этот бой по-нормальному. Попробуем сейчас. Ну что ж, ребят, я не знаю, переиграл, наверное, 3 раза вот эту вот фишку. Камень душ, да, хочу. Зоблик, хорошо, хорошо, хорошо. Итак, у нас тут библиотека. А, вот ты, дружище, Назрамус. А, должно быть, тени скрывали именно тебя немногим ранее. А именно Назрамус, я алхимик, живу здесь, рад знакомству. Сложно сказать, кто перед тобой, мужчина или женщина, что в основке алхимика в манере его движения кажется тебе почти потусторонним или древним. Прошу прощения за ту сцену. Вот так опуститься до грубой физической силы. Моим исследованием сотни лет, видишь ли. Я не могу пускать сюда кого попало. Я еще одного человека, как давно здесь находишься. Я здесь уже очень давно. По ощущениям, будто целую вечность. А теперь я был благодарен за возможность поработать в тишине, если ты, конечно, не против. Я не помню, что будет, если... Если его доставать, по-моему, он может разозлиться. Спасибо. Алхимические зелья, 2 белых флакона, взрывной флакон. О, за это спасибо. Буду очень признателен, если ты не станешь там рыться. Еще один взрывной флакон. Голубой флакон. О, у тебя тут хексон есть, да. Палка. Ай, блин, мне опять не повезет. Ладно. Пустой свиток. Погодите, во, пустой свиток нашелся. Окей, обыскать. Что интересного? Страницы книги 2. Пустой свиток на столе. Слушайте, мы неплохо залутались. Так, наложить проклятие. Да, можно бы, чтобы призраков бить. Там у нас будут мальчики-призраки. Так. У тебя есть один камень малых душ. Я бы, наверное... Даже не знаю, что проклинать-то. Давай, наверное... Вот, ребят, насчет короткого лука. Расскажите, пожалуйста, как стрелять. Неважно. Знаете что? У меня же по снаряжению... Рангвальд, у него тесак. Ну-ка, оптимизировать. Оптимизировать пока нечего. Безлуницу, честно говоря, я, наверное, убью. Как бы это ни звучало прискорбно.
Нет, погоди, Хексон. Использовать взлом. Украсть. На изготовке, рывок, раны. Мне нужна некромантия. Поглотить, меткая стрельба, боевой клич, антимагия, высшая магия крови. Блин, оно тут, оно же игра не ставится на паузу, чтоб его. Стая ворон, рой насекомых, власть над насекомыми, игольчатые черви. Раны, трюк, пироманты, игольчатые черви, багряный портал. О, погоди. А почему... Так, погоди. Феромоны. Шепот любви. Исцеляю феромоны. А феромоны что? Я не знаю ни одной из этих заклинаний. А, то есть я могу... Вот, есть некромантия, но выучить я ее не могу. Почему? Потому что у меня... Я поклоняюсь не тому божеству, наверное, да? Да, я понял. А, значит, надо было выбирать... Так, ну в любом случае мне нужен будет целительный шепот, поэтому пойдем на шепот любви. Посмотрим. Короче, ребят, говорите мне, я прав или не прав со всем этим, как оно все делается. Так, нам дальше, пока это говно нас не нашло, мне нужно... Я забыл про эту тварь. Убивать. Я потерял руку со щитом? Ладно. Так, у меня появился еще один камень душ. Отлично. Хочу ли я вернуться к Хексону? А я не знаю, это говно тут, не тут, где оно сейчас. Попробуем, давайте сходим. Может быть, я смогу шепот, этот исцеляющий шепот выучить. Оно крайне криво. Да. Вот! Отлично, отлично. Я понял, как это работает. То есть мне нужна базовая, и от нее я могу учить. Хорошо, как мне теперь выучить некромантию? Мне нужно как-то выучить... Угу, я понял. Как выучить, я пока не понял, но я понял, что это... Ладно. Так. Сейчас было бы совсем неплохо сохраниться, знаете ли. Хотя я потерял руку, но я еще не потерял веру в себя. Взять... Заплесневелый бред. Отрубить ему руки. Или откусите голову. Фух. А сколько у меня камней души? Погодите, что я их беру. Сырое мясо. Взрывной флакон. Черника, между прочим. Так, а говно сюда придет или нет? Это очень хороший вопрос. Я не хочу, чтобы говно сюда приходило. Оно сюда пришло. Маленький ключ. 5 огнив. Масло. Мне бы, наверное... свою психику держать сейчас в состоянии получше, потому что если мне придется не если, а когда мне придется сражаться, мне понадобится магия, кусок ткани и палку.
Кусок ткани, блин, курительная трубка. Отлично. Это все для восстановления психики подойдет. Камень душ. Украшение. Короче, мне как-то нужно будет потом еще раз, ребят, полистать ваши гайды и посмотреть, как мне взять некромантию. Она берется только в начале. То есть мне нужно выбрать базовое божество, которому я поклоняюсь, другое. Или что-то такое, короче, надо будет глянуть. Потому что... Кожаный шлем, отлично, 5 огнив. Тут вроде ничего. Синий флакон. А, торговец. Забитая ценность, 48 монет. Я все равно их скоро буду... Блин, а где у нас еще торговцы будут? Не-не-не-не-не, у нас будет еще голем-торговец. Нифига. У нас будет еще голем-торговец. А, туда можно подняться. И иногда вот именно в этой деревне я немножечко путаюсь. И как тут и что? Находишь перо. Так, пила. Стеклянный флакон. Мы будем сейчас, наверное, заступаться за Дарс. Так, а веревки у меня нету? Капуста. Солями. Кровью также можно та-та-та-та-та. Изучить. Там примерно что-то обитает. У меня веревки нету, да? Нету. Бросить камень. Нет, без веревки я туда не полечу. Идите нафиг. Грязь. Флакон воды. Две морковки. Да ну почему ж ты так? Очки. Так, погоди, Рангвальд, не надо так поступать. Очнись, пожалуйста. Так. Мне надо бы что-то приготовить, наверное, да? Да. О, может быть, жареного мяса ему впихнуть? На, дружище, у нас его хватает пока что. Стоп. Нам в другую сторону. Белый флакон. А оно, наверное, тут уже, да? Сверху доносятся звуки. Так, ну, атака. Отбиваем ему ноги. Откусываем голову, короче. А, слава богу, ты хоть представляешь, что они делали со мной? Ах, ему говорить об этом? Нет. Тысяча благодарности. Без твоей помощи я была бы мертва. Что здесь... Я просто хотел их убить. Что здесь произошло? Нашла подземную деревню, полную тех существ, живущих как дикаря. Ничего себе, представляю, просто кучка еретиков. То, что они делали со мной. А, знаете, мне это что-то напоминает немножечко Коносубу, кто в курсе, братан. Когда видел от них из примитивных ритуалов, должна была вмешаться. Несколько их сразило, и они погнались за мной сюда. То, что они сделали? Кто ты такой? Ну, типа, кто ты такая? Дарс Каталис. Я из рыцаря полночного солнца. Ладно. Как только разор переходит на рыцаря, лицо светлеет. Я заранее извиняюсь. Просто люди на мои манеры могут показаться чересчур строгими. Я родился королевства Рондондон. До вступления в ряды рыцарей полночного солнца служил королевство рыцарей. Это, конечно, все классно. Сможешь это... А какому... Вот, хочешь продолжить путь вместе в этой группе, извиня? Я не хочу путешествовать в такой большой компании. Возвращайся в будущем, возможно, все сложится иначе. То есть мне нужно где-то безлуницу потерять. Зачем ты спустилась? Я сделал шаг во тьму для того, чтобы спасти своего капитана, капитана рыцаря. Ну, короче, Блонди, да. Возможно, ты слышал о нем. Легард, он уже труп. Пойдем. Мне нужно в
Флакон воды. Мне нужно... Блин, оно здесь. Нужно избавиться от собаки, к сожалению, как бы это ни было плохо. Красные травы. О, как вкусно-то. Да. Тут надо, тут можно мясо пожарить. Капкан. Отлично. Сырое мясо, да? Да. Счастливую монетку. Отлично. Так, Кахара, ты бы мог, пожалуйста, пожрать что-нибудь? Вот жареного мяса, например, навернуть. А, я бы, например, сохранился бы сейчас. Сколько у меня... А, вообще, кстати, что я читал, что я не читал. Давайте посмотрим. А, у нас есть книга просветления 2. Неплохо, кстати. Дни капитана, погодите. Сказка, пустой свиток, книга страхов, свиток. Алхимелия, алхимелия, там 1, 2, 3, дни капитана, справочник убийцы. Рецепты, приказы. Я просто... А ты-то фигли голодные. Просто уже столько раз перезаписывал. Ну, не то, что перезаписывался, перезагружался. Я с тем рыцарем, с доспехом, дрался раз 5. Потому что он, ну, он берет всякую... Например, взял, убил этого, взял, убил того. Но оно мне не надо. Вот. Так, говноворон тут, да? Говноворон тут. Где мне искать теперь? Кубик-то он в одном из этих домиков. Да, теперь они все атакуют. Придется с ними всеми драться, блин. Откусывает самое важное сразу. Ай, это больно вообще-то. Теряет равновесие? Ну-ну. Обыскать. Ритуальное копье. Погодите, а того наверху я обыскал или... А, блин, из-за него возвращаться. Я все равно к Дарс буду возвращаться. А, давайте так. Оптимизировать. Вот, ритуальное копье, очки. Кахари начала башку сносить. Искать ничего ценного. Я что хотел-то? Вот тебе еще оптимизировать капюшончик. Ну давай капюшончик оденем, хорошо. Потому что они теперь все на меня злятся. Как бы, ладно, мне это не страшно. Дважды ударяет. И все равно промахнулась. А ты-то что промахнулся? Обыскать. Да как ничего ценного, это ж торговец. Метательный дротик. Что, конечно, не может не быть. О! А, это я отсюда вышел. Я понял, я понял. Убить его!
Оглушил нормально так. Блин, еще и лечить придется. Ну давай, кстати. Печально, что у них нет ничего ценного. Это прям... Знаете чего? Подождите. Сделать предмет. Синие травы 2. Ой, я могу вот это сделать. Я могу вот это сделать. Черничный пирог могу сделать. Вот его, кстати, наверное, не стоит съесть. Красные эти, так, красные, зеленые, грибное рагу, страницы книги, ага, один, это я могу, так, факел, черного флакона не хватает, местный пирог, муки не хватает, а тут у нас везде мука теперь нужна, у нас муки был только один, синий флакон и желтый флакон, а мы получим... Зеленое, что дает зеленый флакон? Я не помню, яйца с беконом это можно сделать. Тушеная рагу, раз у нас грибы есть. Давайте потратимся. Так, теперь, кому там пофиговило? Пофиговило Кахари у нас, да? Его можно... Трубочку в него можно тыкнуть. А, ну иди сюда. А, ну ты не идешь сюда, я сам к тебе подойду, не переживай, дружище. Вот эту руку надо в первую очередь обезвреживать. Они, в принципе, могут нагадить, но если не запускать, так, палка... Ничего стоящего. Но если не запускать, то в принципе они не такие уж и опасные. Напугал меня, тварь. Да как ты? Ты в очках, как ты промахнулся? Погодите, а копье случайно не проклятое? Да не, я не про то, что у него ничего не осталось. Погодите, копье у тебя... Ритуальное копье. Простое копье с полученными примитивными племенами, живущим под землей, наконечник покрыт ядом. Вот в чем прикол. Так, лук. Пещерное дитя сидит здесь. Похоже, оно куда-то смотрит и не замечает тебя. Обычное дело. А, веревка. Спасибо. Веревка это как раз то, что мне надо. Блин, а мне бы так, чтобы потом... Страх овладевает мной? Не очень хорошо. Не хочу, чтобы она владела. У меня алкоголя не осталось, да? Значит, надо будет... давай трубку. Маленький ключ еще и с монеткой, блин, нужно было счастливо монетку-то использовать, но
Монокль. О, нет, погоди, вот так, вот так. Нет, стой. Так, 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 так. Вот. Очки, с помощью вещи намного яснее, сильно повышает точность носителя. Простая линза для одного глаза немного повышает точность носителя. Вот, очки одень. А кукла у нас что давала? Вот на стерильных камерах изображает высокого брюнета, от взгляда на нее бегут мурашки. И у тебя очки, и у тебя очки. Отлично. У нас двое очкариков в команде. И я с проклятым этим... да. Давай еще тебя отмудохаем. Блин, а я же не подлечился. Я красавчик. Меня сейчас могут убить просто. Я же там намутил кучу всего и собирался подлечиться. Итак, значит... Я пирог хотел съесть. Ну ладно, уже пофиг. Синий флакон дает 30-ку, по-моему. Голубой флакон он... Где мой голубой флакон? Вот он. Голубой флакон. Он на фулочку. Ну, по крайней мере, в этой кондиции он на фулочку лечит. Чувак помог мне, спасибо. Только ты же меня тут не убьешь. Ау, больно, между прочим. Чем ты меня ударил только что? Офигевшая скотина. Еще одно ритуальное копье. Хорошо. Я... Угу. Я вот это хотел. О, Эль нашелся. Супер. Метательный ножик. А, так, нет, не ты. Ты. Оптимизировать ритуальное копье. Супер. Потому что они по дэмэджу вроде как больше. Я-то сам не могу использовать ритуальное копье, потому что у меня одна рука осталась. Одна руки бандит, блин. Но для ребят, похоже... О, Pocket Cat! Привет, чувак. Привет еще раз, хотя прошло не так уж время, не правда ли, друг мой? Последнее время одна мысль не дает мне покоя. И будешь ты против, если мы проведем небольшой тет-а-тет? Что тебя беспокоит? Я думал о счастье. Скажи мне, ты счастливый человек? Да. О, правда, это очень неожиданно. Я чувствую, что большинство людей перестают видеть счастье, как только вырастает из своих наивных, ограниченных взглядов на мир, которые имели в детстве. Но, вероятно, даже для взрослого человека остается возможность чувствовать себя так, как ты. Лично я считаю счастье практически недостижимым, как бы гнетуще это ни звучало. Это просто нервный смех, не обращай внимания. Я прячу под ним свои истинные чувства, примерно так же, как свое лицо под этой деревянной маской. Счастье звучит как состояние души, которое всегда с тобой. Это не просто ускользающее мгновение. Если ты испытываешь истинное счастье, ты должен всегда чувствовать его присутствие, хотя бы подсознательно, даже в самый темный час. По крайней мере, я в это верю. Многие путают счастье с радостью. Радость — это то, что ты можешь испытывать на мгновение, когда первый раз целуешь мальчика или девочку. Радость можно чувствовать во время вечера с близким другом, попивая вино при свечах медленно, под столом один из вас тянется ногой к другому. Но радость временная, это лишь слабый огонек во тьме, который существует, чтобы напомнить тебе о том, что не всегда все вокруг поглощено бесцветной пустотой. В этом заключается разница между счастьем и радостью. Раз ты дитя тьмы, то я думал, ты согласишься с тем, что нам недопустима роскошь счастья. Мы лишь изредка чувствуем радость, но даже она с каждым днем приходит все реже. Ну да, это лишь мое мнение. Все же хорошо, когда приговаривают все эти вещи вслух. Так становится проще осмыслить все эти чувства и голоса в голове, понимаешь? В любом случае, давай вернемся к делу. Это было очень непрофессионально с моей стороны, я прошу прощения. Это было чертовски странно с твоей стороны.
Ну ладно. Скажи мне, пожалуйста, что ты еще тут, девочка. Я про Дарс. Девочку-то я продал, это мне уже пофиг. Во, иди сюда. Хочешь проход вместе? Да, с радостью. Это имело в виду, что это мудрое решение, очевидно. Я с удовольствием присоединюсь к твоей группе, буду в ней до тех пор, пока не достигну своей цели, которую ты никогда не достигнешь. Черт побери, я крайне рад этому. Так, оптимизировать. На тебе монокль. Будешь как истинная аристократка. Я не пойму, где ворона. Она вроде должна быть где-то здесь, но я ее не вижу. Я не против, я не хочу ее видеть, но с другой стороны, меня это немножко напрягает. Слегка голоден, но то, что слегка, меня не особо волнует. Та-та-та-та-та-та-та. Использовать веревку. Но я пока вниз не пойду, подождите. Так, Покет, погоди. Я откуда? Погоди, откуда ты тут? А что это у меня за вот эта фигня рядом с моим... Погодите, знаете, что я могу сделать? Это будет стоить, правда, 30, но я вылечу всех. Я же это не применял еще, по-моему, не... Ай, да больно же, скотина! Вот это крутяк. У вас же у всех бафы на точность. Вы чё? Ничего ценного, ладно, забейте. Откуда оно взялось? Стойте, я же тут вроде всех убивал, я что-то не заметил. Бог глубин. Да, 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 да. А, нам нужно открыть... Рангвальда явно что-то беспокоит. Вот куб глубин. Изучить. Да, хорошо, хорошо, да. Взять. Так, кто у нас там с ума сходит? Все практически. Круто. Эль у нас один? Один. Нуждающихся в помощи два? Два. Зоофобия, фазмофобия, зоофобия, эротофобия. Какая красота. Но поскольку у нас появилась женщина в команде, мы можем попробовать, как бы это пошло-то не прозвучало, то поснашаться немножечко, если у нас где-то будет такая возможность. Табачку можно бы Рангвальду дать. Так. Так-то, может быть, чтобы не сильно психику-то огробить. Давайте факел. Фух. Нам теперь нужно добраться до двери возле Блонди. Для этого нам надо бы... Мы можем вернуться, а можем спуститься. Я не помню, если мы спустимся, где мы окажемся. Ну, давайте спустимся. Черт, такое, знаете, худшее решение в жизни. Черт, я пожалею об этом. А, тут этот, точно. Уже он доволен. Кажется, он все еще... Это, вот гниющий труп, тело находится на стадии разложения. Это вот эти гули, которых можно поднять, да? То есть есть скелеты, есть гули. Это вы мне рассказывали про эту фигню. Праздница плоти. Я хочу еще. Дама в маске выглядит очень возбужденно, тяжело дышит.
Пожалуй, нет. Я понимаю, что мне вот идеально сейчас было бы сохраниться свитком. Но я попробую еще немножечко подождать. Блин, мне оно потом боком выйдет. Тут все пустое, это я только что вспомнил. А, нет, нет, нет. В смысле слабеет от голода? В смысле, блин, Карл слабеет от голода? Не, погоди, на тебе салями. А, да, но у меня нет телепортации. Короче, вот этот меч, который нас тут завалит. Я помню, вы мне писали про него. Я его до этого уже тоже встречал. Но фишка в другом. У меня, по-моему, сейчас нет никаких ни свитков телепортации, ничего такого. Оно меня не пропустит. Во-во-во, вот это я помню. Вот это я как раз помню, если что. Знаете, в чем прикол? Мне сейчас отсюда проще-то на самом деле свалить назад, а не вперед. Это же место, где я Кахару нашел. Не-не-не-не-не-не-не, тебе кажется. Ты меня не видишь на самом деле, это иллюзия. А в идеале? Знаете, что в идеале? Нет, в идеале сейчас пойти сохраниться, потому что у нас тут сейчас будет... Смотрите, 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 в чем прикол будет-то. Так. Мы можем пойти... Куда мы можем пойти-то, кстати? Кроме как нафиг. Факел. Да черт с ним. Использовать... Это напомните мне. Да, это второй этаж. По идее, у нас сейчас нету ничего зловещего здесь. Хотя, черт его знает, как это будет. Мы можем в ту же самую кровать сейчас пойти, если что. Отдохнуть. Я даже монетку использую. Фух. Ребят, 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 на удивление... А мы достигли неких успехов. То есть у меня сегодня в начале серии был такой вариант. Я сейчас пойду, попробую достать куб. Ну, типа задание, задание минимум, достать куб. Задание максимум, куда-то деть волчицу и забрать Дарс. То есть я выполнил и забрал куб, и делал волчицу, и забрал Дарс. Еще и пришел сейчас, сохранился. У меня открыт, у меня открыт шорткат. Я сейчас могу... отсюда выйти, пройти через тюрьму и сразу же пойти в Махабре, потому что у меня открыт путь туда. В Махабре клювастый за мной вроде как не пойдет, не должен бы. Теперь, что теперь? Ну, у меня теперь фулл пати из четырех основных персонажей игры. Да, у меня нет руки, к сожалению, но эта рука мне влияла на ношение щита и ношение двуручного оружия. Да, я, наверное, где-то провафлил. Хорошо, теперь, у нас есть вот меч, который в завалах. У нас есть меч в дереве, которого там нужно убить призрака самурая. Я про эти два меча помню. И также у нас есть миазма. А, собственно, я не получу миазму, если я не убью ворону. Поэтому можно будет так, когда у меня будет красный флакон, можно будет вернуться за вороной. Я думаю, что она никуда не денется, когда мы пойдем... Хотя, черт его, на самом деле, я не уверен. Что-то он, по-моему, не особо за мной стал гоняться. Он пару раз появлялся, теоретически, в локации, но я его ни разу физически не видел. Короче, ладно, ребят... По идее, мы добрались до Махабре. Ну, там, дойти туда. Теперь что нам делать? Насчет изучения. Скажите, пожалуйста, можно ли
каким-то образом изучить базовую, ну, то есть у нас есть базовая магия и исходящая от нее магия. Вот лечебную магию я изучил, потому что у меня было базовое умение. Как мне теперь изучить некромантию и возможно ли это? Я так предполагаю, что это делается с помощью каких-то книжек, если я вдруг найду. Напомните, пожалуйста, как и что. В общем-то, мне интересно, потому что мне очень интересно попробовать именно некромантию. Я, по сути, это прохождение начинал из-за наличия некромантии. Хотя то, что я добился лечебного шепота, это очень круто. И на самом деле, вот этот Хексон, он выглядит запутанно, но в нем можно разобраться. Я же говорю, пока что единственное, что я не пойму, как базовое умение выучить, от которого идут все остальные. А остальное я вроде как более-менее понял. То есть просто им, что управлять не очень удобно. Все, ребятушки, на этом будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.